Блин, хочу купить Orbitrack, а какой же выбрать? Я столько в интернете перелопатил информации. Одни говорят, эллиптический нужен брать магнитный, другие говорят, нужно брать электромагнитный, чтобы был на большой вес, чтобы не шатался при ходьбе. Блин, башка кипит, все в интернете перерыл, ничего не выбрал. А чё я мучаюсь? Ну-ка загуглим. Что там нам ютубчик говорит? Физкульт, привет, друзья! На связи Мускул Шоп. Сегодня у нас на обзоре Orbitrack торговой марки House Fit. Легендарная модель 8268ELM. Прежде чем начать обзор, напоминаю, что ко всем тренажерам у нас пояс сауна в подарок, который повышает эффект на 20%. Это не я придумал. Это такая статистика. И доставка у нас по Украине абсолютно бесплатно всех кардиотренажеров, а также шведских стенок торговой марки Ladas. Поэтому заказывайте, все привезем и доставим в лучшем виде. Orbitrack 8268. Если вы хотите купить хороший Orbitrack, то вы можете посмотреть на эту модель. Она достойная и очень давно на рынке, уже больше 5 лет эта модель у нас в Украине продается. Значит, основные ее преимущества — это, конечно же, то, что она рассчитана на большой вес пользователя. Она рассчитана на вес до 150 килограмм, имеет довольно большой шаг, то есть амплитуда, вот смотрите, с моим ростом, у меня рост 182, и вот с моим ростом я шагаю довольно комфортно, мне нормально шагать на этой модели. Педали тоже здесь широкие, удобные площадки, то есть здесь вот у меня еще до конца платформа еще там сантиметров 7 и по ширине сантиметров 7-8, наверное. То есть педали огромные, действительно лапти такие. Здесь под педалями, кстати, тоже она. И благодаря тому, что на большой вес, там идет усиление, ребра жесткости металлические. То есть вы его точно не поломаете, не продавите, потому как были случаи с моделями, ну там другого типа, когда люди вкручивали болты и продавливали педали. Здесь такого точно не будет. Тренажер имеет бутылочку, подставку, точнее, под бутылку. Это очень удобно, кстати. Далеко не все модели как велотренажеров, так и орбитреков имеют эту функцию. А когда вы занимаетесь, у вас режим, у вас определенный интервал идет, у вас, к примеру, программа включена. Кстати, эта модель питается от сети, и он программируемый. И вы хотите сесть напить. То есть вам нужно прерывать тренировку, останавливать, ставить на паузу, идти за водой. Это неудобно, это сбивает ваш ритм. А здесь вы во время тренировки прям можете сразу восполнить запасы жидкости. Также он имеет подставочку под планшет, либо под телефон. Датчики пульса здесь вынесены на отдельную стойку. То есть вы, когда занимаетесь, вы можете отдыхать. Руки, к примеру, чтобы отдыхали, вы их ставите в неподвижное положение. И таким образом тренируете по большей части ноги и мышцы брюшного пресса. Тренажер тоже имеет регулировку по горизонтали, чтобы он не шатался. Если у вас неровный пол, либо какая-то кривизна есть дома, вы его всегда можете выставить. Задние ножки, так же как и передние опорные, имеют регулировочные винты, как на холодильнике. Вы их выкручиваете и ставите тренажер в уровень. Еще одна особенность этой модели и, наверное, главное ее преимущество в том, что вот эти все узлы, вот этот, они все идут на подшипниках. Подшипник закрытого типа, по 2 подшипника в каждом узле. И, соответственно, это не так, как на втулках, на моделях более бюджетного сегмента, что втулки со временем они вырабатываются, появляется стук, появляется люфт. И вам приходится заказывать эти втулки на сервисе, менять их. Ну, то есть это разбирать весь тренажер, ну, это хлопотно.
Здесь же у вас все на подшипниках. Подшипники служат гораздо дольше. Здесь нет у вас люфта, ну и не появится, в принципе, впоследствии. Потому что подшипники ушатать, ну, занимаясь на орбитреке, это нужно очень постараться. И этих вам деталей хватит очень-очень-очень надолго. Естественно, подшипники стоят и здесь, на центральной оси. Ну, это на всех моделях тренажеров. Единственное отличие, там идет кассетного типа подшипники, либо промподшипники. Здесь же тоже стоит промподшипник закрытого типа, все классно. Подшипники уже изначально имеют смазку. Поэтому вот за обслуживание в этой модели вы вообще можете не переживать, все в порядке, занимаетесь. То есть купили и просто занимаетесь. Никаких дополнительных там техобслуживания вам не придется делать, дополнительных действий. Также тренажер имеет транспортировочные ролики, чтобы его легко можно было перекатить по квартире или по дому, потому что он весит, ну, прилично, вы его так просто не поднимете и не перенесете. То есть, ну а вопросы такие возникают у людей, как же мне его перенести в нужное место. Никаких проблем. На транспортировочных роликах вы его наклонили и перекатили куда вам нужно. Что касается монитора, значит, вот он включен в сеть. Выбирать можно здесь пользователя. Вот user U4, 3, 2, в общем, 4 пользователя. Можно задать. Значит, здесь вы можете выбрать пол. Нажатием вот этой шайбы вы выбираете пол. Дальше крутите. То есть возраст можете выбрать, ваш рост. Еще раз нажимаете вес, еще раз нажимаете, вы все переходите в режим уже управления программ. Далее мы переходим в режим выбора программ. Вот сейчас мануал, то есть ручной режим. Если мы нажмем кнопку старт, то пойдет отсчет, вот пойдет просто отсчет времени, и будут показываться все функции, соответственно, скорость, которую мы пройдем, дистанция, пульс, ну и так далее. То есть, чтобы нам вернуться в режим программирования, нужно сбросить значение. И вот видим, ну, сбросить кнопкой Reset. И вот видим, снова мы перешли в режим ручной, моргает. То есть, чтобы нам программу выбрать, вот эту шайбу крутим. В общем, шайбы управления, видите, меняются. То есть, программа. Можно выбрать User Program, то есть, пользовательские программы. Можно выбрать частота сердечного ритма, ватты, я не знаю, для чего это показывает, ну, сколько энергии вы израсходовали во время тренировки, обычно никто этим не пользуется, но такая функция тоже здесь есть. Вот вы выбираете программы, нажимаете посередине, и у вас появляется программа 1, и опять же шайбой крутите и выбираете нужную вам программу. То есть по часовой стрелке крутите, и у вас меняется, вот видите, графическое изображение каждой из программ. Нужную программу, чтобы стартануть, нажимаете снова кнопку старт. И у вас вот пошло время, и соответственно эта программа уже будет работать. Чтобы выбрать пользовательскую программу, к примеру, вот снова делаем сброс, опять переходим в ручной режим. И здесь вот выбираем User Program. Нажимаем шайбу и User вот 01. И здесь вот интересная функция, вы можете сами задать пользовательскую свою программу. Опять же, этой же крутилкой шайбы выбираете первую ступень, к примеру. Нажимаете шайбу, вот вторая ступень. То есть вы можете выбрать вот так, к примеру. Третья ступень, то есть будет меняться программа там через определенное время. Вот нагрузка будет, к примеру, такая. Еще раз шайбу нажимаете, четвертая ступень. И таким образом вы можете создавать себе программы разного уровня. То есть прокрутили, нажали шайбу. Прокрутили следующую программу, нажали шайбу. И так вот 8 ступеней. Да, и вы на каждую можете менять, выбирать свою программу. Это и есть ваша пользовательская программа. Чтобы ее запустить, снова нажимаете старт. Recovery – это сердечный ритм. Это после того, как вы позанимались. Ну, сейчас она не будет работать. Вы держитесь за рукоятки
пульсометра, отчитывается пульс ваш во время тренировки. И когда вы позанимались, вы нажимаете стоп, нажимаете кнопку потом recovery, ну, нужно держаться за датчики пульса. И он идет обратный отчет минутный и показывает, насколько ваше сердце восстанавливается после тренировки. Описание этих функций есть также в инструкции. Ну, с монитором, я думаю, понятно. Потребляет он совсем немного электроэнергии, поэтому за этот момент можно не переживать. Ну и переходим к моей таблице вменяемости. Оценка вменяемости тренажеров. Насколько цена, комфорт и обслуживание, а также удобство влияет на весь этот, на ценовой диапазон. То есть первое, комфорт. По комфорту этой модели я бы поставил 9 баллов точно, потому что удобно заниматься, широкие педали, длинная рукоятка, то есть людям можно заниматься как вверху, так внизу, держать руки очень удобно. Здесь удобно, вам не нужно наклоняться во время тренировки, и вы не будете тянуться до ручек, как на некоторых моделях в предыдущих обзорах. То есть здесь все комфортно, центральная стойка поднята вверх, и посадка и ходьба у вас в принципе ровная, поэтому по комфорту твердая девятка. По универсальности то же самое. Я бы поставил, наверное, ну, 9 баллов точно, потому как здесь удобные широкие педали, хоть они и не регулируют, не имеют регулировки глубины шага, но за счет того, что педали сами по себе очень большие, огромные, просто широкие и длинные педали, можете шаг, то есть изменять, ближе ногу поставить, либо дальше ногу поставить. И, соответственно, тоже ручки длинные, и людям с разным ростом можно будет браться на разных уровнях. И, в принципе, тренажер универсальный. Я бы его рекомендовал людям по росту от 150-160 сантиметров до, наверное, метр 90 точно подойдет. Следующий параметр – это цена. Цена на него сейчас, опять же, предновогодние вот эти акции сейчас на него 19465. Я не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик. Обычная цена на него была, ну, опять же, это было в 2021 году, конец года, январь 2022 года, 22 900 гривен. И, как по мне, немножко завышенная цена на тренажер, на Orbitrek, именно домашнего пользования. Но, учитывая тот факт, что он весь на подшипниках, можно поставить, наверное, все-таки по стоимости ему твердую восьмерку, потому как в этом ценовом сегменте ни одна из моделей не имеет подшипников вот в этих узлах, насколько я знаю, насколько мне попадались на обзоры модели. Дальше, если берем по качеству сборки, тоже могу сказать, что собрано все довольно хорошо. Болтовые соединения здесь, как я уже показывал ранее, вот здесь три болтовых соединения на боковых поверхности, то есть два сквозных болта и по одному с каждой стороны. И здесь раз, два, и два болта еще идет с торца и спереди. То есть всего 3, 3, 6, 7, 8 болтовых соединений. То есть, ну, довольно жестко будет фиксироваться стойка, не будет у вас появляться никаких скрипов и люфтов во время занятий. Но опять же, тут есть один момент. Когда вы собираете этот тренажер, вы вот здесь вот есть, когда ставите болты, есть такая штука, называется она гровер. Изогнутая шайба такая, разрезанная. По инструкции ее нужно поставить там, вот в этих болтовых соединениях. Но мой опыт показывает и моя практика, и сколько люди обращались у нас с проблемами со скрипом Orbitrek, говорит о том, что эти гравера лучше не ставить, потому как болт больше заходит в резьбу, и он жестко там сидит. То есть вот эти гравера не дают жесткости болтовому соединению. Я понимаю, что оно вроде как не должно раскручиваться из-за этого гровера, но по факту получается так, что если без гровера, то тренажер не скрипит. Если вы ставите гровер, со временем появляется шат, люфт, и он начинает скрипеть.
Это, конечно, легко решается. Это смазывается стойка литолом либо солидолом и убираются гравера. Вот и вся проблема решена. Опять же, на канале был подробный ролик по поводу того, как устранить скрип в Orbitrack и вообще, что там может скрипеть. Ну и дизайн. Естественно, у нас на канале черно-желтый цвет, все в черно-желтом фоне. То есть у нас такая стилистика, и этот тренажер, ну, как нельзя лучше демонстрирует стиль нашего канала. Он, можно сказать, практически создан для нашего канала. Черный с желтым очень интересно смотрится это сочетание. Кстати, эта модель есть еще в черно-сером цвете, то есть металл будет весь черный, а вот это кольцо будет желтым. То есть вот эти вот защита, декоративные колпачки, вот это крепление. Ну то есть все части, которые здесь желтые, они есть также в сером цвете. То есть точно такая же модель, черно-серая. Не знаю, кому по дизайну больше подходит, можете смотреть на нее. Вообще по качеству тренажер классный. Я думаю, на этом можно заканчивать этот обзор. Если был полезен, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Пишите в комментариях любые вопросы, я стараюсь отвечать на все. Ну и заходите на наш сайт Muscle Shop, будем рады вас видеть. До новых встреч, пока!